Алексей Иванович Морозов, ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александр Геннадьевич Самоделкин. Приветствую! Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги, студенты, гости. Сегодня с рабочим визитом в нашей академии находится заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Борисович Люлин, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов правительства Нижегородской области Алексей Иванович Морозов. Мы только что открыли официально. Работа центра уже началась. Значит, наш российско-белорусский инженеринговый центр сельскохозяйственной науки и техники. Ну, поскольку дождь шел, там долго на площадке не находились, посетили 123-ю аудиторию, где у нас будут проходить и учебные занятия, и курсы повышения квалификации по технике, по технологиям, с инженерными специалистами области, с учеными. Посетили лабораторию моделирования, было прямое включение с Белоруссией. Евгений Борисович и Алексей Иванович пообщались непосредственно с теми специалистами, которые создают технику, задали вопросы. Посетили ситуационный центр, где мы будем обсуждать вопросы стратегии развития науки и техники, и где вы будете проводить свои научно-практические конференции, заседания круглого стола. Сейчас у нас встреча в этом зале, также рабочая встреча с руководством области, теми непосредственно людьми, которые курируют агропромышленный сектор области. Я с удовольствием хочу предоставить слово вице-губернатору Нижегородской области Евгению Борисовичу Люлину. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Лет, наверное, 10 назад я последний раз выступал здесь перед сотрудниками, перед студентами Академии. Значит, прошло уже достаточно много времени. Тогда я выступал в качестве председателя законодательного собрания Нижегородской области. Вот сегодня как заместитель губернатора, который курирует ряд отраслей народного хозяйства, ну, в том числе и сельскохозяйственные отрасли. У меня такая задача непростая, потому что, да, сегодня здесь должен был быть вместе с вами и на трибуне губернатор Нижегородской области Валерий Павлович Шанцев. И он готовился к этой встрече, и он обязательно ее проведет в следующий раз. Но такие государственные дела. И буквально вечером вчера было принято решение, что во всех мероприятиях, очень важных мероприятиях, придется принимать участие мне. Поэтому для меня тоже это несколько неожиданно. Но, тем не менее, сегодня здесь. Заменить губернатора я, конечно, не смогу. Тем более такого, как Валерий Павлович Шанцев. Но, по крайней мере, порассуждать вместе с вами о том, что делается у нас в развитии сельскохозяйственного производства, куда мы двигаемся, какие проблемы, мне бы очень хотелось. Мы вместе с Алексеем Ивановичем, министром сельского хозяйства, будем готовы, ну, я, наверное, поделюсь какими-то соображениями общими, потом мы вместе с ним ответим на любые вопросы, частные, общие, государственные, или какие-то тематические, постараемся разобрать с вами все ситуации, которые вас волнуют и беспокоят. Конечно же, продовольственная безопасность – это сегодня главная тема.
она всегда на повестке дня в любой стране, потому что безопасность государства – это не только военная безопасность, не только оборонный комплекс, это и в не меньшей степени значимо это продовольственная безопасность. Зависимое государство, зависимое от несвободы продовольственной, зависимое от наличия продуктов питания, это государство, которое не может считаться серьезным игроком на мировой арене, это государство, которое имеет ограниченные ресурсы для своего развития. Это очевидно. Поэтому, естественно, главное условие суверенитета – это и есть обеспечение нашей безопасности. Разберем, наверное, не будем мы говорить про Российскую Федерацию, хотя, конечно же, и какие-то успехи частные, и проблемы, которые существуют, они же, безусловно, является, ну, можно проецировать на любой регион Российской Федерации в большей или меньшей степени, но, тем не менее, проблема носит характер общий. Сельхозпроизводство в нашем регионе представляет из себя, так же, как и везде, три основных составляющих. Это непосредственно сельхозпроизводство, это переработка и это логистика, которая включает в себя хранение, транспортировку, доставку и так далее и тому подобное. То есть доведение и продажи, естественно, то есть доведение до потребителя. Все эти составляющие присутствуют у нас в Нижегородской области, развиваются по-разному, есть успехи, есть проблемы, есть огорчения. Конечно, ключевой вопрос – это сельское хозяйство. Как можно характеризовать, но очень коротко, что мы сегодня имеем. Но мы сегодня имеем практически 100% обеспеченность зерном на своей территории. Так скажу, что в этом году мы получили зерна 1 200 000 тонн. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Там было 960 где-то примерно тонн. В этом году почти на 30% больше. Согласитесь, это ощутимый такой привес в экономике сельского хозяйства. Ну, как это происходит и почему это происходит, чуть ниже об этом поговорим. То есть мы обеспечиваем себя фактически полностью для производства хлеба, для производства муки зерном. Другое дело, что есть у нас, конечно, проблемы с качеством зерна для хлебопечения. Вы знаете, клейковина у нас не всегда в достаточной степени. Но, тем не менее, с учетом обмена, мы фактически полностью закрываем свои потребности. Также мы закрываем потребности для животноводства и для фуражное зерно. И значит, все, что необходимо для заготовки кормов, сегодня есть наличие. Мы сегодня готовы, как и год назад, полностью к зимовке скота. У нас заготовлено сейчас около 24 единиц по кормам, поэтому я думаю, что и еще продолжается заготовка где по силосу, поэтому мы, в принципе, находимся в нормальном состоянии. Сегодня по зерновому хозяйству есть у нас и предприятие, которое занимается элитным семеноводством. И здесь вклад Академии существенный, совместно с нашими предприятиями. И я думаю, что перспектива по развитию зерна у нас достаточно хорошая. Конечно, мы ставим серьезные амбициозные задачи. Если мы сегодня где-то около 1 миллиона тонн зерна, мы считаем, что у нас есть все возможности, если объединим науку, сельхозпроизводители, новые технологии современные, агрохимические и агротехнические технологии, то мы вполне можем и должны в ближайшие несколько лет, максимум в течение 5 лет, довести производство зерна до 2 миллионов тонн. Губернатор такую задачу нам ставит, и я считаю, что эта задача абсолютно выполнима. С учетом введения в оборот тех земель, которые у нас сегодня не используются, они не используют порядка 40%, причины эти знаете,
Значит, это у нас еще один очень мощный, большой резерв. Мы сегодня прорабатываем программу, каким образом ввести в оборот те земли, которые сегодня у нас отсутствуют в обороте. Поэтому считаем, что возможности действительно хорошие. Базы есть, научные базы есть, технологии современные есть. Хозяйства, и уже не один, не два хозяйства, а уже десятки хозяйств, которые получают в наших условиях, на наших почвах, получают урожай от 30 до 50 и даже до 60 центнеров с гектара, это сегодня уже не является чем-то эксклюзивным. Это сегодня является нормальным успехом нормально работающего предприятия. И на этой базе, естественно, подводя к этому уровню все остальные предприятия, сельхозпредприятия, продолжая внедрять новые технологии, науку, мы, я думаю, что вполне способны значительно, ну вдвое увеличить производство зерна, и это тоже не является пределом. Но нужно задачи ставить постепенные. Значит, по производству овощей у нас неплохо обстоит ситуация. Мы по производству картофеля и других овощей являемся одни из лучших в Приволжском федеральном округе. Значит, понимая, что еще много проблем, что еще много резервов, но мы себя практически полностью, не практически, а полностью обеспечиваем картофель, даже продаем в другие регионы. С овощами более-менее ситуация тоже нормальная. Поэтому, конечно, есть у нас такие ресурсы, то есть не в полной мере себя обеспечиваем сахаром. Имеем сахарный завод, имеем площади, имеем технологии, надо развивать это производство, и считаем, что мы вполне можем себя самостоятельно обеспечивать и производством сахара. Значит, здесь на экране идут слайды, они вряд ли будут как-то полностью совпадать с текстом, потому что есть у меня как бы подготовленный доклад, но я все-таки стараюсь опираться на несколько другие планы, поэтому вряд ли тут будет какое-то совпадение. Конечно, у нас значит, потенциал позволяет больше. Нам нужно увеличивать наш потенциал по возделыванию льна, а он является для северных наших районов, это значительная часть области, основной культурой, которую едва не погубили, потом с трудом восстанавливаем.